Мужик в поликлинике пробивается через очередь, приговариваю: я только спросить. Его с большим скандалом пропускают. Когда заходит, врач говорит: ну давай, спрашивай побыстрее. Мужик говорит: доктор, у меня тут вот в этом месте что-то болит, можете посмотреть. Петруха, как ты думаешь, чем отличается элитный шотландский виски от нашего самогона? Нет, понятия не имею. А нет, Петруха, только понтами. Идея для стартапа. Электронный будильник, который снимает тебя без фильтров и выкладывает в Инстаграм каждый раз после того, как ты откладываешь его звонок. Иногда я чувствую себя бесполезным, но потом вспоминаю, что вырабатываю углекислый газ для растений. Скажет ли мне мой муж когда-нибудь хотя бы одно доброе слово? Скажет и не одно, когда второй раз женится. Работа у нас исключительно сидячая, на дому. Это какая же промышленный альпинизм. Вся энергия, которую мы используем, кроме атомной, полностью энергия солнца. Сожгите спиртовку, чтобы понять, как вы ошибаетесь. А спирт откуда взялся? Из магазина. Магазин ночью не работает. Вы приобрели спирт исключительно благодаря энергии солнца. Мадрана, я уже наполовину договорился вон с той красавицей о свидании. Как это наполовину? Ну, я согласен. Женщина приходит в полицию и заявляет: у меня сегодня украли роскошное жемчужное ожерелье. Полицейский спрашивает: а как оно выглядело, мадам? Она говорит: как настоящее. Милый, мы уже 5 лет вместе. Нет никаких ты и я, есть только мы. То есть ты хочешь сказать, мы потратили 10 тысяч рублей на какие-то туфли? Прошлой ночью меня лишили прав за вождение в пьяном виде. В оправдание могу сказать, что я даже не знал, что был за рулем. Ты чего такой хмурый? Да, сегодня мне один раздолбай зуб вывел и деньги отобрал. Копник что ли? Нет, стоматолог. Менеджер говорит директору: основная прибыль нашего магазинчика — это дополнительные услуги. Вчера мы умудрились в одной бабке даже проверить пылесос на пиксели. Видел сегодня в городе, как полицейский вел за собой прохлёпанного и пестинкованного неформала, продев палец кольца в ухе. Вот, оказывается, для чего нужна эта фурнитура. Крымский мус шатается. Это замечают все, кто выпил больше стакана водки. Если человека поставили за бутылкой, и он принес одну и пустую, значит, этот человек работает программистом. Подписываемся.